Башкортостан стал первым регионом России, где ввели систему централизованного обеззараживания медицинских отходов. Сегодня дали старт промышленной эксплуатации экозавода в Иглинском районе. Инвестором проекта выступила компания «Стериум». На территории республики насчитывается более 5000 медучреждений, которые ежегодно образуют свыше 30 тысяч тонн медицинских отходов. Их вывозят десятки подрядных организаций. Недобросовестность некоторых компаний приводила к появлению незаконных свалок в лесных массивах и гаражах, отметили в региональном Минэкологии. Рабочая группа специалистов из разных ведомств разработала механизм законной передачи отходов с высоким риском заражения с территории объектов здравоохранения на спецпредприятия. Реализация проекта обеспечивает сквозной учет эпид-опасного мусора на всех этапах. Такая мера исключает неправомерный оборот медотходов и возможный коррупционный фактор, считают власти. Теперь надзорные органы могут проверить факт транспортирования отходов на специализированные объекты. А медицинские организации могут удостоверить, что их отходы были обработаны. Информация об объектах, на которые могут быть направлены такие отходы, доступна для всех заинтересованных лиц и отражена в территориальной схеме обращения с отходами. В результате при переходе на систему централизованного обеззараживания отходов сократились трудозатраты среднего и младшего медперсонала. Количество манипуляций, которые медсестры обязаны выполнить при обращении с отходами класса Б, сократилось в 7 раз. Высвобожденное время сотрудников составил около 30 минут в смену или 3000 часов в год на каждый кабинет, в котором образуются отходы. Также с введением централизованной системы обеззараживания удалось повысить безопасность медперсонала и эффективность использования бюджетных средств. Как отметили в региональном Минздраве, экономия составила 37 тысяч рублей в год на каждый кабинет, где образуются отходы.